Всем привет, с вами Нелевгорн, это Castle Story. Продолжаем играть в эту замечательную группу, и есть некоторые проблемы в том плане, что я подумал о том, что если игра развивается так медленно, то почему они ее вообще развивают тогда? Вот так вот. Потому что я не вижу смысла, если вы занимаетесь этим медленно, то зачем ее тогда мучить или как-то, ну как бы это правильно сказать-то? Могли бы уже сразу бросить ее и вообще не заниматься ей. Но нет. Они что-то делают, притом очень медленно и не получают от этого больше больно большой выгоды. Вот в этом не понимаю я. Ну ладно. Я отвлекся на самом деле. Давайте перейдем все-таки к игре. Скоро через 2 минуты буквально следующая волна пойдет. Так, как видели, я тут стену отстроил. То есть они начнут оббегать, я думаю. Надеюсь, начнут оббегать. Потому что, может быть, вот здесь где-нибудь я неправильно построил. И выход, может быть, здесь проход есть. Ну ладно. В принципе, это не важно. Так, и вот момент. Поднимать ли мне еще выше? На один уровень, к примеру, да? Либо не поднимать. Давайте все-таки поднимем еще на один уровень. Точнее, на этом уровне можно уже строить. Пытаться построить, так сказать, вот такие штучки. Так. Сами, наверное, уже понимаете, зачем это нужно. Для того, чтобы следующий этаж, он был... То есть, можно было бы крышу, в конце концов, построить вот так вот. И вот на этом таком небольшом склоне как раз-таки и будет возводиться мое укрепление, что ли. Как бы так правильно сказать, что ли. Так, так. И давайте вот... Нет, все, я неправильно. Смотрите, вот здесь вот уже неправильно. Так, все, освещение есть. И вот смотрите, почему неправильно. Потому что... Так, пускай они сначала мне тогда принесут вот этот момент. Сейчас, секунду. Так, вот так вот. Если бы вот... Видите, да? То есть мне здесь такую же платформочку, в общем, нужно построить, чтобы вот... Вот эта платформочка была цельной. Вот так вот. Ну вот что-то они залипли. Главное, оба строители, но оба залипли зачем-то. Стоит же всего лишь залезть. И... Так, отлично. Теперь ты. Страшный звук, честно говоря. Такой он жутковатый. Не знаю, как вам, но по мне он жутковатый. Но зато сразу понятно, что идут враги. Так, оп-оп-оп, уберем. Не нужно останавливать процесс. Пусть он... продолжается. Останавливать точно не нужно. Здесь может быть тоже вот так вот сделать. Вот так вот просто. Вот так вот, к примеру. Собственно говоря, я уже... Смотрите, они уже ломают. И, собственно говоря, они уже здесь. Я даже не заметил этого. Давай, лучник, помогай. По-моему, лучник сломал один склад. Так, все понятно. Пока я здесь с вами болтал. Я не успеваю, смотрите, что творится. Беги, воин, быстрее. Ворота, кстати, ворота намного крепче стали. Бей, бей, бей. Нет. Лучник убили. Так, ну я отбился, но, честно говоря, так... Ну, как бы это правильно сказать? Тяжко отбился-то. Даже мне, смотрите, один камень поломали. Нет,
как мне каждый раз так придется чинить. Не хотелось бы, честно говоря, потому что там... Так как я вот в предыдущих сериях говорил, что нет здесь никаких строительных лесов или что-то в этом роде, поэтому здесь починка, она такая проблематичная всегда. Так, здесь, наверное, давайте как-то лучше, наверное. Я вот даже, честно говоря, не знаю. Давайте вот так вот. Здесь мы именно вот так вот поставим. Ну и здесь этими платформами продолжим строить. Так сказать, и выделим первый этаж. Так, отлично. Конечно, лучник я точно сейчас смогу воспроизвести, потому что все-таки... Отлично. Все-таки есть у меня вот здесь уже энергия, я так понимаю. Нет, не хватает энергии наушника-то. Все продолжают работать. И, честно говоря, это проблема, потому что лучник желательно построить их как можно быстрее. Так, один. Вот тогда вот этот вот. Нет, ну тогда вот этот вот. Пускай продолжает нам строить двери. Так, я не туда его вот сюда поставил. То есть пускай он нам продолжит строить двери и тому подобное, потому что все-таки надо. И вот этот забор, получается, ни черта не спасает. Что же делать тогда? Я даже, честно говоря, не знаю, но лучника в любом случае мы восстанавливаем. Восстановленный лучник. Ведем его тогда вот на эту платформу и... Пускай он тогда вот здесь отстреливается от врагов. Вот, или сюда пускай перебегает пока что. Пускай отстреливается от врагов, это будет очень даже хорошей мыслью. Ну, мне так кажется. Давай, стройте. Ну, смотрите, они что-то спускаются туда, и все. И пропадают они как-то прям, теряются, как продолжат. Так, а одного, один у нас... Что-то вообще не... я не... Все, понял. Я просто не... Не туда просто перевел. Кстати, мне как-то сказали, что... О! Да, мне говорили, что через Delete можно убрать мусор. И вот я, собственно говоря, это сейчас и сделал. Не знал, что так просто это можно сделать, честно говоря. Тогда уборщик, он как-то, честно... А зачем он тогда нужен-то? Так, 5 минут у меня есть. В принципе. Я, наверное, знаете, что я сделаю? Я попытаюсь утолщить стены. Попробую, по крайней мере, это сделать. Но вот как и в какой степени, так сказать, это сделать, я что-то теряюсь, честно говоря. Давайте просто тогда вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну, то есть, все понятно, да? Просто вообще не будем париться по этому поводу, как оно там все выглядит. Так, и вот здесь бы хотя бы схематичный вид мне дать. Вот такой. Отлично. Отлично. По-моему, все шикарно. Главное, чтобы там забраться не смогли. Так. Вот так вот. И я вот не вижу, можно ли там забраться. Нет, по-моему, нельзя. Поэтому продолжим просто второй выкладывать. Вот так вот. Ну, здесь как-нибудь, к примеру, вот так вот. Пока что. Потом, может быть, я перелезу и переделаю, может быть. Если вот этот вообще успею в момент сделать. Ладно, надо вот одного лентяя строителя переделать, потому что иначе... Иначе они ничего не делают. Так. Нужно подсветку еще. Подсветочку. Так, отлично. Пока можно спускаться, значит, они все будут делать.
Это самое главное. Интересно, вот этот момент они смогут построить? Вот так вот. То есть спуститься в такой низ, так сказать. Посмотрим. Если не получится, они просто верхний блок тогда заставят, я так понимаю. Угу. Вот я сейчас увидел, что они просто залезли там, поэтому... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично, отлично. И вот здесь вот нужно повышать, конечно, на один уровень, потому что я видел, они прям там так элементарно, элементарнейшим образом залезли, и это совершенно не круто. Утолщаем стены, потому что, как видели, враги не дремлют. Врагиха. И вот, кстати, вот в данный момент это неправильная постройка стены. Хотя она невысокая, так что нормально. Вот нужно вот так вот переставлять, потому что когда, допустим, они разломают этот блок и будут кирпичи вот так вот стоять на друг дружку, все блоки вниз упадут просто и все. И тем самым мы потеряем, так сказать, силу, силу блоков. Смотрите, все. У них проблема, они встали. Нет, все, задвигались. Отлично. Я вижу проблему, потому что здесь вот не решили почему-то. Так, все, лучник готов, в принципе. Но вот этот блок они, скорее всего, не поставят, потому что вот здесь этот треугольный момент не считается. Он стоит все-таки больше на низе. Поэтому давайте как-нибудь вот так вот, что ли. Просто закончим здесь вот этот процесс и все. И черт возьми, один остался. Черт возьми, один остался. Так. Совсем вот. Вот сейчас вот вообще не круто было. Просто он так вот элементарнейшим образом залез как-то туда. Так вот здесь вот мы отменяем. Вот здесь вот ставим блок. Так. Кристалл. Кристалл. Куда ты подтащил кристаллы? 10 кристаллов. Все отлично. 68% загружен. Так, ну что ж. А нет, смотрите, как-то может спуститься еще. Не-не-не-не, тут это вообще неправильно. 30 секунд. А. Вся фишка в том, что они просто еще... Куда? Куда? Зачем? Нет, нет. Все, я понял свою ошибку. И мне кажется, сейчас эта ошибка мне будет стоить жизни нескольких солдатиков моих. Потому что один вот уже пошел. Так, давай-ка вот, знаешь, ты бросай. И беги, давай возвращайся, потому что иначе... Смертушка твоя придет. Все, быстрее, быстрее, пожалуйста, быстрее, ребятки. Ну вот этот возвращается пока что так, единственным способом. Воин, 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 дерись, дерись. Есть. Отлично, как отлично сработал, по-моему, с воином. Просто шикарнейшим образом. Ну, как их много-то, ребята, да блин. Не стой, пожалуйста, пожалуйста, не стой. Беги, 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 беги. Только главное, чтобы воин выжил. Воин, воин, воин. О, да, я выжил кое-как. Выжил. Честно говоря, они сложность увеличили. Я вот вам... Нет. У меня убили одного человека. Ну куда ты? Ладно, пускай они ходят.
Мне одного человечка все-таки убили. Вот видно, желтые кусочки от него, так сказать, рассыпались. Это печально, ну ладно. Так, строитель один, ну, они двое тут еще, строительный момент вот этот вот, пытаются возвести все. Ладно, ошибку сам сделал, что так выставил здесь блоки. Слава богу, что... Давайте сделаем еще одного строителя. Ну, конечно, обидно, что приходится тратить материалы на... Сейчас бы мог купить еще бы какой-нибудь один лучник или рыцарь, к примеру. А мне приходится тратить материалы на строителей. Не хотелось бы, но приходится. Ладно, давайте это уберем здесь вот так. И в данный момент я бы, конечно, хотел именно уборщика сюда пригнать, потому что нужно убрать здесь вот это все. Так, ну и что ты как тебе возвращаться будешь? Понятно. Все понятно. И еще надо настроить, наверное, здесь дополнительные вот эти склады, потому что я смотрю, они многие склады исчезли. И, кстати, вот это получается на один уровень ниже. А, нет, все правильно. Так, так. Так и так. Так. Честно говоря, прям я немножко как растерян. Так, а где у меня еще-то? Не знаю, зачем он уж здесь стоит. Кидай давай. Вот. Все, иди сюда. Не знаю, зачем он уж тут стоит. Так. Так. Строителей у меня нету. Двое свободные. Вот, двое свободные, отлично. Так, один, значит, у меня один уборщик, другой. Другой. Сейчас придет, он будет достраивать вот этот момент. Чувствуется, мне постоянно придется перестраивать вот здесь вот. Вот этот, эту дверь. И даже, честно говоря, не представляю, как бы здесь получше это сделать. Но дверь нужно сделать, потому что, как видели, хотя бы я дверью отвлек многих. Так. Сколько? Так, воины или... Давайте воины сделаем еще там. Все-таки воины более неустойчивые. Хотя можно было бы и сюда и лучника сделать. Вот. Пример вот так вот уже, мне кажется, уже можно будет защищать в какой-то степени. Защищаться от... Уборщик оббегает, чтобы собрать нужные камушки. Пускай собирает. Все-таки это дополнительные мои миньоны. Человечки. Так. Дальше строительство. Нет, давай-ка вот ты. Не знаю, что он тормозит. Так, следующей стадии. Честно говоря, даже не представляю, что дальше делать, потому что либо надо закрываться, либо закрываться нужно, либо я не знаю. Честно говоря, такие прям. Давайте, чтобы добавить, так сказать, добавить вот этого сложности, что ли, как бы это правильно сказать-то, то продолжим строить мою вот эту башню, которую я намеревался построить. И вот здесь вот давайте ее наметим. Вот так вот. И я бы хотел, чтобы она прям вот краешку была. Вот так вот. И вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. То есть, значит, вот здесь два квадрата нужно, чтобы лестница была. Площадка. То есть, вот здесь 4 квадрата, чтобы еще площадка. Вот так вот. И
То есть раз, два, здесь и вот так вот, вот. Но здесь уже придется вот так вот делать. И чтобы это все не обвалилось, если вдруг случайно здесь на меня нападут, то вот я вот здесь заделаю просто сейчас дырку. Это давайте перестроим. Так, вот этот момент убираем. Так, где у меня уборщик? А, уборщик уже тут тусит. Все нормально. И давайте еще строителя быстренько переделаем его в строителей. Уборщика переделаем в строителей. Вот так. Так. Такая платформочка получится. Отличная, в принципе. И дальше, дальше. Ну, дальше просто возводим стену. Честно говоря, вот с такими темпами, что я смотрю, что они камни разламывают. Может быть. Так, вот так. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Вот здесь вот. Вот, значит, вот так вот. И... надо вход не забывать, надо вход еще. Вот так вот, наверное, вход пускай будет. Или вот с этой стороны, или вот здесь вот сделать вход. Кстати, давайте вот здесь сделаем вход. Я сейчас объясню, почему я так передумал резко. Потому что я думаю, может быть, вот здесь прям забор закрыть. Ну, вот так вот. Закончить вот так вот. Хотя я думаю, что эта башня уже слишком тонкие стены у нее. Если они ломают с такой скоростью блоки, то, честно говоря, как-то страшно, даже немножко, если их набежит побольше количество. Так, а сколько у меня? У меня один шахтер, у меня двоих, что ли, убили, я не понимаю. Трое работает. Семь. Так, одного убили, нет, звездочка, я так понимаю, это же смерть одного, и убили именно шахтера. Так, так, а, значит, не понимаю я. Где тогда у меня? Вот. Раз, два, три. Раз, два, три. Один. Такое чувство, что где-то один потерялся, честно говоря. А, хотя... все, все правильно. Я, скорее всего, что-то напутал. 100%. Так, давайте вот этого пошлем, чтобы он копал. А этих башенку продолжим строить. В принципе, в идеале бы еще бы и фундамент, то есть, сделать каменным. Это было бы, ну, по крайней мере, интереснее. И выглядело бы, и смотрелось бы намного круче. Так. Так, здесь, значит, мы по той же системе делаем. Здесь вот мы такие блоки ставим, значит. Так. Здесь сразу давайте построим лестницу. Вот так вот. И все. В принципе, выход наверх есть. Я думаю, я сейчас попытаюсь защититься. Так, мне не хватает 50 практически процентов. Попытаюсь защититься и... на этом, наверное, закончим. Ну что ж, давайте, ребятки. Подходи по одному. Так. Так, бегут уже двое. Так, воин сработал. Еще воин сработал. Отлично. Так, так, так. Есть, прям в лоб. Как их много. Как их много, ребята. Убивай, убивай это. Убивай. Беги, беги! Не стой! Так. Все, по-моему, я шикарнейшим образом отбился. Так, все камни уберем. Шикарнейшим образом, по-моему, вообще шикарно. Просто, просто вообще красавчики. Мне понравилось. Хорошо отбились в этот раз. Два воина решает, конечно, но и лучник. И жалко, блоки нельзя чинить, потому что следующая атака этот блок уже разрушит. И это... ну, мне так кажется, это неправильно. Кстати, здесь вот напрашивается такая вот вышка, которая будет выпирать вот сюда вот и простреливать вот эту часть. Честно говоря, прям вот очень сильно напрашивается. И здесь, кстати, так, такая же вот, если, например, у меня стена будет именно стена вот здесь вот, то здесь тоже так же напрашивается. Посмотрим, что конкретно надо будет сделать. И
Нет, как-то вот эти кристаллы никак не хотят, вот эти духи не хотят переделываться в нужных мне, так сказать. Так, ладно. В принципе, пока что все. План остается таким же. Единственное, что я не знаю, точно, какую конкретно делать крепость. Вот такую вот маленькую, компактную, с намеком вот на эту, ну, на эту горку. То есть потом как бы захватить эту горку, так сказать, и переделать ее под свою башню, к примеру. Либо полностью закрывать все проходы. Посмотрим. Ну, мне вот нравится, если компактненько так вот сделать, то, в принципе, будет очень неплохо смотреться. Блоков много не будет, они будут постоянно тратиться. Мне так кажется, по крайней мере. Так что, думаю, все в порядке должно быть. Давайте намек на дверь сделаем. С вас, по возможности, конечно, как можно больше лайков, потому что игрушка интересная, и надеюсь, вам тоже нравится. И интересно посмотреть, что будет дальше, потому что, как-то, честно говоря, первая волна была 3 монстра, я помнится, а сейчас я уже 30 убил, и это всего лишь 5-й вейв. Это довольно-таки круто. И, честно говоря, даже, наверное, больше людей надо отправить на копание, чтобы они быстрее именно добывали. Мне так кажется. Ладно, подписывайтесь на канал, если вы впервые на моем канале. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну, а если не понравилось, то просто поставьте лайки, чтобы понравилось другим. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, в которой вы найдете некоторые интересные материалы. Я пытаюсь ее развивать, обновлять и добавлять что-то всегда новое. И мне нравится, что подписчики тоже пытаются уже участвовать в, так сказать, в формировании этой группы. Это мне тоже очень приятно, потому что уже начинает подсказывать там, и, ну, туда так лучше, так интереснее, например, такие варианты. Это очень приятно, потому что сразу видно, что людям, так сказать, не безразлично, людям интересно. Если у вас возникает вопрос, оставляйте в комментариях под видео, на которые я постараюсь ответить. Если вы знаете какие-то хитрости этой игры, то оставляйте тоже комментарии, я обязательно ими воспользуюсь. С вами был Нильгорн, всем всего хорошего, пока!